Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-герои. Так, у нас обновились задания, давай посмотрим. Так, нанесите 5 единиц урона героям, используя карты прочерк. Так, многопользовательскую нужно выиграть игру. И разыграйте 3 гриба. Ну что, пожалуй, начнем с грибов. Где мой гриб? Поехали. Попробуем, ох ты, как быстро нашелся противник. И это у нас ржавый разряд, собственно, персоны. Ну что ж, давай посмотрим. Да, противный, противный парень. Как всегда, наверняка у него будут валуны с собой взяты. Так что... Ну все равно надо рисковать. Надо рисковать, смотреть. А вдруг у него нет валуна? Нет, у каждого, ребята, ржавого разряда есть камень. Вот я вот сколько раз играю, вот все время такое происходит. Постоянно просто. Что-то я не понял, а что мне здесь делает гриб? Так, это уже интересно. Вот что мы с тобой нашли. Так, пускай он это делает. Это как бы меня особо не пугает. Единственное, что меня может испугать, это если у него есть аэрозоль. Вот тогда да. Но зачем ты ее туда притягиваешь, блин? Зачем ты ее туда притягиваешь? Так, фруктовый микс мы нашли. Мы нашли фруктовый микс. Сейчас будем, знаешь, что делать? Сейчас мы будем делать одну штуку. Раз, два. Раз, два, да. Сделаем, короче, так. Потом сделаем вот так. И вот так. Поехали. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Опа-на. Отлично. Ага, ботанка вышла. Еще одна. Так, ну что, ботаников мы сейчас с тобой быстренько уничтожим. Быстренько, к сожалению, не получится, да? Ну, хотя бы одного ботана точно уберем отсюда. Одного ботана точно уберем. Давай сделаем так. И сделаем вот так. Ну а дальше посмотрим. Дальше он, наверное, вирус будет использовать. Я так понимаю, да? Нет? Вирус он не стал делать. Хотя нет, вирус у него есть, ребят. Угу. На этом все, да? Это плохо. Это плохо. Так, я так понимаю, это все, да? Ну куда ты? Куда ты их тыришь, а? Зачем ты это сделал? Ну, давай сделаем так. Так, ну у него, наверное, опять вирус будет, да? Насколько... А, вирус... Ну да, он может, кстати, применить вирус. Так, ну он делает... Ну, вирус, да, делает, ребят.
давай смотреть. Это, конечно, бесело раздражает, что он здесь находится. Да я думаю, что, наверное, не стоит пока ставить. А, все, нам кранты, ребят. Ну, я пытался. Если бы не вот эта чмошница, то все было бы окей. Так, ну что, разыграли три гриба. Так, теперь надо нам использовать прочерк. И вот это вот дилемма, ребята. Кто у меня есть с прочерком? Блин, я даже не знаю. Ну давай попробуем за бесенка сыграть. С прочерком. Хм. Так, и нам выпадает в противнике роза. О, я уже вижу прочерк. Дожить бы до него еще, до этого прочерка. Так, первого хода нету, есть только второй, но второй ход бесполезный получается, как бы у нас. Я не вижу смысла вызывать зомби-колдуна. Ну, так еще можно сыграть. Вызывать вот этих двух мелких. Лучше бы, конечно, на воду бы упали бы, ну ладно. Так, сердце, да? В козла, ну хорошо. Потратил, ребята, он одну из своих заклинашек. Будет ли он тратить вторую, не знаю, ребят. Вот так вот делать. Ну, хорошо, фиг с ним. Это его дело. Давай так сделаем. Пускай тратит, если у него есть заклинания какие-то, пускай тратит заморозка, там ничего у него там еще есть. Пердолола. Ребят, пердолола, ё-моё. Ага, вот так вот, значит. Ну, что ж. Давай так сделаем. Ух. Ну, это, наверное, лишний будет. Ну что, он сейчас будет превращать его, да, в кого-то? Нет, не стал. Не стал он его превращать ни в кого. Так, после уничтожения, угу, амфибия поблизости. Как тут лучше сделать-то? Давай сделаю вот так вот. Ну, гриб. Превращает случайно. Окей. Тоже неплохо. Поехали. Тоже неплохо. Нам бы главное до пиратов дожить, а там будь что будет. Угу. Читерок, я смотрю, ребята, да, нам тут достается. Собственно, персоны. Читерок нам достается. Ладно, бывает такое, что. Бывает и читерочки. Ага.
И что ты сделаешь? Ну, как знаешь. Так, грибочки в минус уходят. Грибочки в минус ходят, потом нам надо будет вот, ребята, вот этого паренька выставлять. Получается. У нас три штуки их как раз. Ой, как хорошо-то. Угу. Помидорки, надо же, у него помидорки есть. Так, что, у него осталась только заморозка, насколько я помню. У него осталась только заморозка. Так, ну что, мы... Давай сделаем тогда так. Отлично. Еще лучше. Так, мы, наверное, хильнемся пока. Или, ну, нет, не будем пока хиляться. Но ты понимаешь, что ему кранты, ребят? Вот сейчас пробьем здесь. Я... В прошлый раз, когда мы с тобой получали легендарные карты, я же не зря пирата поставил сюда третьим. Я говорю, это будет вообще имба, если три пирата тебе выпадут. Просто имбище. Смотри, что мы сделали с тобой. Просто разорвали и выиграли игру, и нанесли 5 единиц урона. Вау, еще и 200 энергии получили. Так, выиграйте 3 многопользовательских игры бесячеством. Слушай, мы получим пак, если я выиграю. Давай попробуем. 3, значит, да? Многопользовательских игры. Ну, поехали. Так, и у нас Бонг Чой. Кстати, Бонг Чой уже 33 уровня. Ранг у него такой, 33. Поехали. Только одного не пойму, нафиг мне вот этот вот пират здесь нужен. Ну, ладно, фиг с ним, пускай стоит. Бонг Чой, ну что, у него есть, ребята? Много чего есть. Много каких пакостей он может сделать нам. Я сомневаюсь, что он его оставил в покое. Я думал, что он не оставит его в покое. А он вон как. Кактус, да? Как тут, значит? Hello. Так, ну что, это у нас просто чисто силу проявляет, да? Поехали. Блин, конечно, этого пирата, может быть, нам что-то дадут послабже. Блин. Ну, давай сделаем так. Ну, hello. Все? Погнали. Интересно, у него могилоед есть? Как ты думаешь? Сейчас и проверим, ребят. Опа-на. Опа-на.
Ладно, поехали. Пробьет, интересно, он мне? Нет. Только не на воду. Сейчас лучше вставай сюда. Да куда ты, блин, встал-то? Ну, олух, блин. Твою налево. Ну и что там? Давай так сделаем. Угу. Ну, допустим. Так, три. Зараза. И пять. Поехали. Так, ну что, одну единицу урона нам нужно ему нанести, получается. Одну единицу урона, ребят. Так, три. Давай я так вот сделаю. Слушай, у него бонусной атаки нету? Ага, бонусная атака все-таки есть. А почему он не стал делать? Или у него еще есть? Тебе не кажется, что он сейчас тупанул? Нет такого ощущения, а? Он же мог пробить спокойно 5 в лицо. Ну, через бонусную атаку. Или у него что-то в запасе там есть? Я что-то не понял юмора. Вот. А вот это сейчас что такое было-то? Он мог мне звездануть в лицо и выиграть. Я не знаю, ребята, что. Я еще спросил, а есть ли у него бонусная атака? Он не стал ничего делать, но я понял, подумал, что нету. Он взял, передвинул сюда, нанес бонусную атаку. Зачем он это сделал? Странно, странно, конечно. Ладно, на его совести, это мне-то что? Ну просто глупо это было. Он бы мог просто мне сейчас вдарить и все. Так, опять Бонг-Чой, а? Ну что, ставим? Да, наверное, пока ничего не будем ставить здесь на первом ходу. Не вижу смысла. Я так и думал, что у него будет орех плешивый. Давай сделаем вот так вот. Надеюсь, не читер, а то я играл, ребята, с читером, у которого одни вот такие вот орехи. Сплошь да рядом. Нравится вот это все. Ну, если что, можно спрятать, в принципе, да? Убирает, сейчас получит в лицо. Банан. Я, наверное, сделаю вот так вот все-таки, ребят. Поехали. Но он уже знает, что здесь сундук стоит, так что... Он уже это знает.
Давай сделаем так и вот так. Два удара по земле, ребят. Так, ну этого хмыря убираем отсюда. Обязательно убираем его отсюда. Здесь не место. Так, ну если он думает, что он на этом ландшафте сейчас что-то сделает, то... Ничего он не сделает, ребят. Да твою налево, блин. Пять и пять, да, получается? Ну давай защиту. Отлично. Давай сделаем так вот. Но ведь у него бонусная атака, ведь 100% есть, друзья. Да ладно. Вот это меня раскатали, друзья. Ну кто же знал, что два горохострела у него? Даже подумать не мог бы. Даже подумать не мог, что у него два горохострела. Богатые горохострелы, но... Знаешь что, вот если бы у меня были бы здесь... Я не знаю, у меня в этой же колоде должна это, заморозка быть. Или не в этой? Тут, по-моему, колода у меня чисто на одних пиратах. У меня есть колода, где есть заморозка. Ну, зомби, которые замораживают. Так, превращай случайного. Давай в кого-нибудь нормального преврати мне. Такое себе. Такое себе, если честно. Че? На бобовых? Ну ладно, давай. Если я сделаю... Фигня, да, получится? Ладно, попробуем так. Погнали. Ах ты, жулик. Минус два сделать, либо заморозка. Тут одно из двух. У него заморозка. Ну, заморозка и заморозка. Если я поставлю вот так. Блин, горелый. Немножко фокус не получился у меня. Так, а это у нас кто? Телепортист. Телепортист. Ну, поехали. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Так, ну что, 8 хп, он восстанавливает все здоровье. Вот что он побежал. Вот он что побежал делать. Восстанавливает все здоровье, да? Погнали.
Так, итого 2 хп у него остается. Два хп. Но он еще может хильнуться, наверное, я так понимаю, на помидорках, если я правильно понимаю. Что он еще может сделать? Уничтожить. Но мы же понимаем, что это ему не поможет уже. Друзья, верно же? Даже может заклинашку никакую не брать. Все. Распетрушили. Так, ну это вторая, получается, победа. Нам нужно было 3. И я сейчас, кстати, посмотрю колоду. По-моему, ребята, это не та колода. Так, вот, видишь, 2 победы. Это, по-моему, не та колода. Сейчас я гляну. Да нет. А с какого перепуга здесь этот делает? Чухонец. Да нет, это не та, ребята, не та колода. По-моему, бесечество должно быть. Тут тоже немножко не то, но... Ай-яй-яй, четвертая была. Ладно, попробуем четвертый тогда добить уже. Кто-то меня упрекнул. Рэй, когда ты научишься, типа, составлять колоды и играть нормально? Ребята, я вам еще раз говорю, я составляю колоды сам. Я не люблю играть... теми колодами, которые идут в метах. Однотипки. Просто однотипные колоды. Я вот как не играю, вот все, кто выигрывает меня, по большому счету, играют просто колодами, которые слезали у топовых игроков. Просто вот я смотрел. Я этого не хочу. У меня пускай будет рандомная, но мне интересно играть такой колодой. Чем как чухонец повторять там за кем-то что-то. Так, и чего? Неуязвимку получает на время. Так, ну что, неуязвимость он получил на время, окей. Давай сделай вот так. И вот так. Рикошет. Нормально. Так, ну что, он играет на бобовых, так что... Что мы можем сделать? Сделать так вот можем. Еще рикошет. Ну что же, рикошеты он потратил. Теперь давай посмотрим, что у него там с могилками. С могилоедами. Все ли у него там в порядке? Серьезно. У него, ребят, все в порядке и с этим делом. Так, ну что, посмотрим теперь, что у него с бомбами. И с бомбами у него все в порядке. Ну, это что-то прям вообще, ребят, какой-то... Я даже не знаю, как назвать-то. Тендарита-тита-там. Давай сделаем так. Сделаем так. Да и хорош пока. Угу. Теперь моя очередь. Шваль эту всякую сбивать. Поехали. Так, что же сделать-то мне? Хочется ему выставить, но...
Ага. Пошла тяжелая артиллерия. Ладно. Кого там выкидываешь-то у меня? Этого? А этого даже? Пшел отсюда. Пим-пим-пим-пим-пим. Поехали. Так, ну что? Переразыгрывание танцующего зомби. У меня нет танцующего зомби, к сожалению. Ладно, сделаем так. И вот так. Ну, допустим. Все? Правда, нас откинут сейчас? Что, если я сделаю вот так и вот так? Ну, где у тебя там могилки-то твои? Могилоеды, ты чего не применяешь-то их? Цитрон задумался, но есть над чем задуматься-то. Есть, если у него есть прочерки. Так. Ага, обделался ты здесь, парень. И здесь тоже ты обделался. Ну, не самый лучший вариант, конечно. Так, что можно сделать? Да, наверное, ничего, да? Можно сделать вот так вот. Я не помню, что у него там осталось. У него, по-моему, есть, я не помню, заморозка и превращение. Но превращение он уже потратил. Теперь сделаем так и вот так. Ну, галактический. Ну, взял ты это. Дальше что? Неуязвимость. Ну, допустим. Дальше что? Угу. Допустим. Еще что? Нет! А хотя ты знаешь, что я переживаю. У нас вот есть еще кто. Здесь у нас, ребята, что? Здесь у нас сейчас работает блок. Здесь мы сделаем вот так. Ай, красиво сейчас будет, ребят, смотрите. Оп. Могилоедов тут набрал, понимаешь ли. Ничего не вышло у тебя, щегол. А мы, ребят, с вами прошли и получаем пак. Ну, естественно, пак простенький. Так. Так мало. Вот все. Все, что мы заслужили с тобой.
Давай-ка. А что я хотел? Давай взгляд в будущее попробуем теперь пройти. Так, зубастизила решила оценить карту события «Банановый сплит». Но есть и хорошие новости. Зомби-мусор разместил перед ней свое надгробие. Зомби-мусор. Это что у нас такое? Банановый сплит. О, какая карта шикарная. Но я, наверное, ее пока уберу. Так, это наносит... А, вот оно как. Вот этого чудика уберем отсюда. Нафиг он нам нужен здесь. Вот так вот, да, значит? Нет смысла мне пока гаргантолога сюда ставить. А вот с этим бы я, наверное, разобрался. Или как лучше сделать? Давай так, наверное, сделаем. Я знаю, что ты сейчас думаешь. Зачем ты так сделал? Там ты все 5-10. Ребят, я потом уберу их на втором ходу. Вот через вот это вот. Да, получу много урона, не спорю. Но у меня есть хил. Сейчас посмотрим, что он будет ставить. Вот, видишь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А вот на это я что-то не рассчитывал, если честно. О, в броню. Так, я пока, наверное, придержу. Блин, он уже наверняка сюда кого-нибудь поставит. Давай я так сделаю. Сколько наносит? 3 единицы урона, да? Блин, ну 2 неохота мне. Короче, делаем так. И валуном. И валуном здесь разбиваем ему лицо. Слушай, ну вот это вот несправедливо, блин. Он уже начинает вот это вот, блин. У него броня сработала. У меня еще... Нет, у меня сработала броня. Че я вру-то? Ну давай вот так вот сделаю. Не дай бог у него сейчас будет какая-нибудь бомба или еще что-нибудь в этом роде. Подсолнухи размещает. Чудилу валим нафиг. Поехали. Подсолнухи здесь у него не появятся пока. Вот, смотрите, что у нас тут творится. Ага, ага. Так, сейчас кого-то... А, 400. Ну ладно, допустим, восстановил здоровье. Мне нечего поставить, друзья. Он опять? И опять у него идет на броню, да? А мне опять, как всегда, выставить некого. Слушай, по-моему, кранты сейчас будут, ребят. Нет, все-таки захомячил, а? Но ему все равно не жить. И ты спросишь, почему? Я тебе отвечу. Во-первых, я сделаю вот так вот. Тап-тарап, вот так вот. Оп! А второе, что я сделаю, это вот так вот. И пускай он теперь пробивается через это все. Не-не-не, твой этот не поможет тебе, парень. Твой огурец пускай идет лесом. Прекрасно. Просто прекрасно. Победили, друзья. Победили.
И 100 баллов забрали. Так, ну что, давай, наверное, добьем. Попробуем добить. Я не уверен, что получится. Но рискнем. Нам всего 2 победы надо. Пора уже приходить на 32 ранг. Ё-моё. Орех в доспехах вылез тут. Если это тот орех, про который я думаю, мне будет очень больно. Ну, мы сейчас посмотрим. Орех терпеливый, я смотрю, да? Ну, давай так сделаем. Ну да, на хилах орешек. Никого не ставит. Уверенный в себе орех. Ну что же. Бывает и такое. Вот как он силы сейчас распределит? В какой последовательности? Вот так решил. Не самый хороший вариант. Если честно. Мы сейчас тут так раскачаемся, что мама не горюй. Смотри. Это они сейчас его пробафали. Потом они пробафают, когда он еще будет карту брать. А до бомбочки ему далеко еще, ребята. Ой, как далеко до бомбочки ему. Вот смотри, он сейчас еще пробафается. Вот представляешь, да? А если я еще одного пирата сюда поставлю, ну это вообще будет имба. Ну ладно. Восстанавливать себе здоровье. Хорошо. Дело твое. Поехали. Представляешь? И вот сейчас так каждый будет. Не, вот этому, по-моему, не достанется. Он попадет в блок. Нет, повезло. Теперь я ставлю вот так вот. Да я так и думал, ребят, что у него есть бомбочка эта. Ну, что? Есть бомбочка, что я могу сделать? Ну, что там у тебя? Пузырь, орех, орех. Ну, орех так орех. Что делать-то мне? Давай сделаю так. И вот так. Пошел восстанавливать здоровье себе. Уничтожать надгробие. Ну, хорошо. Уничтожил ты надгробие. Поехали. Такс. Давай сюда. Ну ты посмотри, я так и думал, ребята, что он на хилах будет. Ну что ж, на хилах так на хилах. Безумие. Сколько он дает там? Плюс 2. И безумие, да? Наверное, так вот будет сподручнее. Круто же. Ландшафтик как раз вовремя выпал. Так что орешек получил по полной программе. Так, ну что, нам еще, ребята, одну победу нужно сделать. Не грустим, не расстраиваемся. Собрались, сосредоточились, сконцентрировались на победе. И выпадает нам Бонгчой. Якоб. Якоб какой? Аратун? Яков Аратун. Ну ладно.
А, не Яков, а Якоб Аратун. Так, ну я пока пропускаю ход. Он сейчас начнет опять со своих этих орешков. Ну да, да. Он начинает именно с этих своих долбанутых орешков. Поэтому сделаем вот так вот. Вопрос в том, есть у него, есть у него, ребята, еще один орешек. Что-то попахивает читером. Попахивает, ребята, читером здесь. Надеюсь, я не прав. Что? Давай так. Ты посмотри. Огуречный рассол. Ну, защита, надеюсь. Ну, от тебя, парень. Прекрасно. Ух, прекрасно. А, друзья мои, что у него там? Бонусная атака, наверное, будет, да? Скорее всего. Да я даже пока не знаю, что сделать. Как лучше сделать и что сделать. Ну, давай, наверное, вот так вот поставим. Бонусная атака у него, наверное, сейчас будет, кстати. Я про нее совсем забыл. Угу. Неуязвимость на время. Да как хочешь. Я же все равно его потом в надгробии спрячу. Мне как бы не принципиально. Не принципиально. А даже можно и не прятать, ребят. Можно даже немножко по-другому сделать. Но это потом уже. Так, далее что? Далее делаем так. Делаем вот так. И делаем вот так. Ну что, у него там есть два удара по земле? Его любимое, нет? Нет, у него немножко другое. Поехали. Так, нам надо будет хильнуться. Срочненько причем, ребят. Просто срочненько. До этого мы пока не доживем, да? Угу. Ты смотри, что вытворяет. Ты гляди, что вытворяет парень-то. Поехали. Да чтоб тебя. Но тут надо прикрывать однозначно, ребята, булки, иначе... Иначе будет больно. Иначе будет больно. Вот так вот он решил. Хорошо, ладно. Блин, я думаю, что мне все-таки... Как мне вот этого... Бонусная атака. Ага. Куда бросить? Ну, сюда брось. И вот так вот сделаем. Да, друзья. Ну что, я рискну, ребят.
Надеюсь, у него нет никакой там бонусной атаки больше. Блин, есть. Есть, ребята, у него бонусная атака. Так, давай сюда перемещайся. Да куда ты, блин, переместился? Тут бестолковые. Так, ладно, у меня еще есть один пират. Давай сделаем так. А, все, ему кранты, ребят. Бонг Чой. Вот так вот, ребята. Получил у нас Бонг Чой. Все выпало как нужно. И все сыграно как надо. Да, друзья мои. А на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.